Всем привет, ребята! Мы продолжаем проходить Майнкрафт с ресурс-паком под названием Реалистика. И вот я уже собрал сладкие ягоды. Так, надо бы еще одних животных найти. О, вот еще одна коровка. Еще не свиньи. Да тут рай, а не ад. Ничего себе, тут они вечеринку устроили. Меньше мобов, меньше лагает. Больше мобов, больше лагает. Сколько тут мяса? О, курочка. У меня много мяса. О, ну мне уже не нужно мясо. У меня и так много еды. Так. Так, сейчас пережарим мяско. Доброе утро. Так, сейчас добуду уголька. Windows 8 на самом деле плохой. Установите лицензионную версию Windows, чтобы не было угроз. А я такой, ахахахаха. У Windows нету характера. О, еще мяско. Чё?
Эх, надо бы себе хату забабахать. Надо бы себе хату забабахать. Сейчас забабахаем себе хату. Хату сейчас себе забабахаем. Я уже себе бабахаю хату. Так странно прозвучало. А еще я придумал про своего кота шутку. Где у него там у Додика беды с башкой. Беды с башкой. Беды с башкой. Поняли? Это про него такая шутка. Сейчас достроим свою хату. Эх, а что я смотрю? Так. Во, нормально. Сейчас достроим себе хату. Так, вместо гравия будет еще один кремень попался. Так, уже мяско пережарилось. Сейчас еще пережарим. Себе маленькую хату забабахали. А еще ж я после того, как я пройду этот челлендж, я сниму реакцию на свои видео, которые на моем старом телефоне. Находятся. Так что всем пока.